Ой. Я думала, у него вспылилась десна. Ну, просто какая-то фигня принесла. Всем доброе утро, потому что я так и не поздоровалась. В общем, сегодня у нас планов как никогда. Нужно встать в очередь за выплатами, так как тут дают 50 евро каждому. А это нужно представлять очередь втроем. То есть я, мама и Юля. Потом у нас на час запись на регистрацию прописки в всей Германии. Куда тоже надо успеть втроем. Затем у нас запись. Ну, не запись, там нужно получить талончика на каждого. Юля с меня украл. Чтобы была скидка в магазин продуктовый. Это тоже надо втроем. И потом еще надо поехать забрать кое-что из вещей. Это уже я с Юлей поеду. Но сам факт. То вчера был день, когда мы сидели и вот просто не знали, чем заняться. Зато сегодня порви жопу, но успею. Да? Mm-hmm. Да. И мы без завтрака. Mm-hmm. Мама сказала, что мы не пойдем на завтрак. Ну и шоколадку и кофе никто не отменял. У нас булок хоть жопой жуй. Да, у нас булок хоть жопой жуй. Потому что мы каждый раз нам накладывают в порцию каждому по две. Я лично съедаю каждый раз одну булку. Что больше у меня и не лезет. И одну мы каждый раз уносим домой. Хоть с моей тарелки, одну с маминой. И потом еще берем порцию на Юле, две булки. Ну, в общем, короче, булочек у нас хватает. У нас сегодня на обед вот такая картошечка, мама взяла мясо, салатик, и дали всем по мороженому, ванилешку у меня. И у меня все такое же, просто без мяса, я не захотела. И ждем Юлю. Курлык-курлык. Прикольно. Юля кушает килограммовую нутеллу. У меня влог, конспект. Ну, это просто мама. Инга будет читать. Это довольная мама. Ну, хоть улыбнулась раз. В общем, на ужин булочки мы попросили одну вместо двух. Это уже мой чайный пакетик лежит. Огурчики, колбаса, сыр и груша. Ну, мы взяли две порции, потому что Юля с нами опять не пошла на ужин, потому что она не хочет. И чаек, кофеек. На улице выпал снег. Там прям видно, что снег. Мы идем в третий магазин, который у нас под домом, попытать удачу найти мне тетрадки. У меня завтра... Вообще сегодня начались пары, но у меня сегодня был выходной, поэтому пар не было. А завтра у меня две пары английского и домашку, которую нужно сделать сегодня, потому что полтора месяца я ее не делала и забила. Вот. Говорю, может, нам бы такой надо взять пока? Или вот такой? Вот такой, наверное.
Она маленького хватит? Не знаю. Смотря, что весит. Давай сразу побольше. Я не знаю, или когда уже переедем. Сейчас нам нет смысла. В общем, пока мама глазеет, тут даже есть свечки. Я надеюсь, что тут есть тетрадки, потому что найти тетрадки в Германии, именно в Фрайбурге, мне кажется, это сейчас задача из невыполнимых вообще. Даже миксеры, все что угодно, кроме тетрадок. Миксер. Миксер 25 евро. Я вижу. У нас получилось найти, но из нормальных размеров тут, о, вот такой еще есть. Либо вот такие на линейке, либо вот такие. Остальные все А4 разных формата, вот такие вот оксфордские. А, я не знаю, брать большую, взять маленькую. Маленькой буду пользоваться, но мне по-любому еще одна из таких нужна будет. Ну, в клетку? Да. Ну, вот 28, ну, здесь сколько, 22. Это листы, количество? Я думаю, да. Нет. А. А в чем разница? Листика. А, ну да, эти лучше. Вот здесь, да, у меня 28, нет. А там 22. А это брать? Да, наверное, сейчас. А вот какая-то маленькая. Я тоже на нее смотрела. Она 1,5 евро стоит. И она еще в линейку. Это типа как для словаря. Ну, а вторую какую-то берут? Я вот эту точно. Они все одинаковые? Да. Вот такую. Она вроде хорошенькая. Да. Это просто рай для перфекционистов. Все идеально по цветам расставлено. Теперь мы ищем, где есть семечки. Еще мы нашли пачку семечек, а цены на нее не было. И нам будет интересно узнать, потому что если она за 3 евро, конечно, так никто не будет. Но я надеюсь, что у нас мы найдем это. Мы были вот в этом магазине только что. Ну, пройдем домой уже, я покажу покупочки наши. Пока мама по телефону разговаривает. Прямо оказалось вот близко, вот уже наш центр. В общем, магазин оказался реально очень большой. Там столько всего разных посыпочек, всяких бумажечек. С тетрадками, конечно, выбор предстоит хуже. У них почему-то, ну, у них принято, типа, тетрадки должны быть большие. Я не знаю, это вроде во всей Европе так. Ну, короче, я нашла один только блокнотик, который, ну, формата опять нормальный. Но он стоил 2 евро, типа, это нормальная цена. У него были дырки в центре, которые меня смутили. И плюс... для чего его использовать, он сильно толстый. Я взяла две тетрадки на А4 больших, там на 28 листов. У меня одна тетрадка просто пойдет для учебы и заметок. Скорее всего, то, что именно конкретно у меня по универу. И вторая будет на немецкий, чтобы решать разные упражнения, потому что у меня для немецкого есть отдельный блокнот, в который я записываю все правила, все-все-все. А чтобы не забивать место лишним упражнениями, я их буду просто в отдельную выписывать большую вот эту тетрадку и туда же пока слова. Потом, может, что-то подумаю со словариком. Я из тех людей, которые задроты, которые будут выписывать все в отдельные тетрадочки, еще красиво выделять, чтобы было хоть какое-то желание учиться. И возвращаемся уже назад. В понедельник поедем смотреть квартиру. Я очень надеюсь, что все получится. И плюс, я не знаю, когда выйдет этот блог, возможно, он выйдет, когда мы уже будем. Надеюсь, в квартире. Ну, короче, вы его увидите чуть позже, потому что я не успеваю их монтировать. Да, мама, если что, пыталась так кофту одеть. Мам, ты чуть-чуть перепутала. Я на лицо натянула, не понимаю, что это. Что-то темно стало, спать пора. А мы кушаем миринку. Вот это оказалось вкусное, но немножко островатое. Прикольная такая. Необычная. Она стоила, если не ошибаюсь, 39 центов. Или 49 центов, короче. А вот это стоило 69 вроде. Она идет с соусом, но у нее соус идет такой сладковатый, сильно не очень. Мама нашла что-то, что пахнет говной. Нет, нет. Что же? Короче, воняло не одно. Спойлер.